Далее о других событиях Воткинска. В эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. 22 марта фонд капитального ремонта проведет день открытых дверей. В Воткинске на вопросы горожан будет отвечать специалист отдела ЖКХ. Обратившиеся смогут узнать о ходе реализации программы капремонта в Удмуртии и в Воткинске, о сроках проведения капитального ремонта своего дома и о другом. Прием будет вестись с 9 до 17 в кабинете 219 администрации Воткинска. Телефон для справок 5-12-32. 25 марта в Воткинске пройдет семейный литературный диктант. В 10 часов в библиотеке на Королева 32 ждут школьников от 7 до 12 лет и их родителей. Знакомство с текстом будет происходить два раза. Первый – прослушивание видеозаписи с чтением текста писателем. Второй – чтение текста вслух руководителем площадки. Тестирование будет проходить в анонимной форме. Победители и призеры будут награждены дипломами. Все участники диктанта получат сертификаты. 18 марта состоялось открытое первенство школы номер 2 по киокусинкай. В них приняли участие 60 детей в возрасте от 6 до 11 лет, 17 весовых и возрастных категорий от детского сада до 5 класса. Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами, все участники – сладкими призами. Соревнования проводились региональной общественной организацией «Федерация киокусинкай Удмуртской республики». Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день новая полезная информация для вас.